Эскадра по Берлину на второй космической скорости вырывается в межзвездное пространство. Мы уже не просто земляне, мы с вами граждане Вселенной. Благодаря открытиям и инновациям Faberlic мы совершаем невозможное, поднимаясь на новые ступени лестницы успеха и отправляясь в дальние страны на поиск вдохновения для новых свершений. Нас с вами ведет вперед красота, путеводная звезда Faberlic. Об этой звезде много сказано, написано и спето, но никто не знает о ней больше, чем капитан звездного дивизиона декоративной косметики Ирина Голдыш. С вами душой отправимся в космическое путешествие. Вы знаете, вот ученые говорят, что через полвека вы уже не будете отдыхать в городе Сочи. А знаете, где будете отдыхать? На окраинах Луны, а некоторые даже на Марсе. Вы представляете, кажется, фантастика. Вы даже не верите, вы смотрите на меня. Но вот 10 лет тому назад мы просто не могли представить, что у нас будет, ну, например, тональный крем, который мгновенно подтягивает, мгновенно увлажняет, выравнивает, питает, защищает. А сейчас все это вы можете купить в нашей компании Faberlic. И сегодня я с удовольствием расскажу вам о наших фантастических продуктах. И первая коллекция, которую я хочу представить, это Secret Story. Превращались в пудру. А это вот как взбитые сливки. И при соприкосновении с кожей они делают вашу кожу бархатной, превращаясь в пудровую текстуру. Вы действительно получаете истинное удовольствие. Но это только удовольствие. При этом вы мгновенно выравниваете лицо, вы подтягиваете его, и ваша кожа становится нежной, как бархат. Мне кажется, если вы любите себя, если вы любите свою кожу, вам просто такой продукт необходим. Следующий продукт. Многоцветная пудра. Она у нас, это триумф. Вы знаете, это мой любимый продукт. Вот если вы хотите, чтобы у вас, вам было минус 10 лет, этот продукт как раз для вас. Почему? Потому что он прекрасно моделирует лицо. Вы можете убрать второй подбородок, вы можете сузить скулы, вы можете их расширить, вы можете сделать более выразительными глаза, вы можете даже увеличить свою грудь. Представляете? Но это не волшебство, это просто фантастика. А если вы смешаете все тона, то вы получите сияющую, здоровую, загорелую кожу. Следующий продукт. Губная помада с сывороткой. Это бомба. Вы вот представляете, вы получаете не просто насыщенные, кремовые, сочные цвета, но это еще и сыворотка, которая заставляет ваши губы работать. И через какое-то время
ваши губы становятся сочными, молодыми, объемными. Мне кажется, вы получите просто истинное удовольствие. Обратите внимание на цвет упаковки. Он не случайен. Следующий слайд. Мы для вас, по вашим многочисленным просьбам, возвращаем душ 5 в 1. Ура! Более того, я хочу сказать, что сегодня вы эту тушь получите в подарок. И она будет у нас продаваться на постоянной основе. Ура! Следующая линейка, о которой я хочу рассказать, это линейка Skyline. Вы знаете, на самом деле, вот за всю историю работы в Фаберлике, ну, у нас еще не было такой успешной продукции, еще не было такой успешной линейки. Вот каждый продукт бьет рекорды по продажам. Вы представляете, мы за 9 каталогов продали более 1 миллиона туши, более 1 миллиона помад. Вы знаете, я здесь прочитала очень интересный факт. В час в мире рождается 9000 младенцев. А вы представляете, что компания Faberlic в час продает только продукции Skyline более 1000 штук? Мне кажется, нам пора посоревноваться с молодыми мамами. И первый продукт, о котором я хочу рассказать, это моделирующая тушь. Очень интересная тушь. Обратите внимание на ее кисточку. Она силиконовая. Вы немножко с ней знакомы. Она очень похожа на кисточку iBrush. Вы очень просили ее вернуть. Да. Но она более комфортна, она удобна и она чуть-чуть меньше. При этом она дает не только колоссальный объем, она просто разделяет вам каждую ресничку. Но вы получите действительно истинное удовольствие. Мне кажется, вы этого достойны. Следующий продукт – это перламутровая помада. Вы знаете, мы сейчас перламутровую помаду продаем. И она является хитом продаж. Но вы писали и говорили: Ирина, хорошая помада, но хотим, чтобы вот с первого нанесения был насыщенный мазок. И вы знаете, итальянцы пошли нам навстречу и предлагают уже следующее поколение. И вы с первого нанесения получаете насыщенный мазок, 3D перламутр, влажный эффект, сочные, пухлые, сексуальные губы. Ну, мне кажется, просто верх совершенства. Следующий продукт. Я на нем остановлюсь очень подробно. Очень интересный продукт. Более того, называется «Револьюм объема». Это совместный продукт с итальянцами, и у нас есть все подтверждающие тесты. Буквально на прошлой неделе взяла каталоги наших конкурирующих компаний. Не буду называть кто. Вам обещают объем в 5, в 10, в 15, 25, а некоторые смелые на 250-500%. Это, знаете, как, ну, как вот в песне поется: «Хлопай ресницами и взлетай». Ну, вы представляете? Ну, просто никакие ресницы наше тело не поднимут. Я вам предлагаю реальные вещи. Почему? Вот смотрите, толщина нашей ресницы 0,07 миллиметров, максимум 0,12. Итальянцы нам дают увеличить толщину на 0,09 миллиметров. Это практически в 2 и больше раза. А представляете, когда вам говорят в 5 или в 10 раз? Да вы такие ресницы просто не поднимете. И самое главное, при этом молодцы наши итальянские партнеры, они не утяжелили эту тушь. Вы просто будете порхать, как бабочка. Вот знаете, кто любит наращивать ресницы, я могу вам сказать, что в салонах вам предлагают, кстати, нарастить толщину всего до 0,07 миллиметров. А у вас будут свои естественные ресницы. Мне кажется, что вот эта тушь будет наиболее популярной, и она будет в основной нашей линейке. Вы знаете, на самом деле продуктов в Skyline будет очень много.
увеличить количество помад, теней, карандашей, лаков. Представляете, в соответствии с модными трендами и тенденциями мы каждые 2 месяца для вас будем выпускать новые коллекции. И первая коллекция выйдет уже буквально вот в апреле месяце, она будет называться «Морская Афродита», где будет увлажняющая помада, будут очень сочные яркие сине-зеленые тени, карандаши, бронзанты, увлажняющий спрей с перламутром и завершающим штрихом будет очень красивый шарфик в стиле Афродита. И таких коллекций будет каждые 2 месяца. И летние, и осенние, и новогодние. Но мне кажется, каждый из вас найдет свои любимые продукты. Но у меня для вас еще один сюрприз. Вы знаете, у нас есть очень интересные продукты. Это бальзамы. Они сейчас растут в популярности. И мне кажется, вам надо обратить на них внимание. Вот первый бальзам, который мы запускаем, он будет солнцезащитный. Чем он интересен? Тем, что он содержит SPF 30. В нем можно купаться. Он хорош как взрослым, так и детям. Мне кажется, вы так притихли. Он пригодится не только в городе Сочи, но и на Марсе точно. Следующий продукт. Это фруктовые бальзамы. Обратите внимание на упаковку. Она сейчас очень модная и популярная. Она сейчас к нам идет из Европы. Вы представляете, что каждый цвет будет соответствовать фруктовой отдушке. Плюс, конечно, будет хорошо увлажнять и питать. И напоследок я оставила очень интересный бальзам. Он называется «Похудей». Вы представляете, фантастика, да? Я вам предлагаю не просто гладкие, сочные, выровненные губы, а я вам еще предлагаю похудеть. Вы скажете, фантастика. Это совместный проект с итальянцами. У нас тоже есть все соответствующие на это тесты. Благодаря экстракту цветка кактуса опунция он попадает на губы и затормаживает аппетит. Ну вот вы знаете, я сама люблю перекусывать. Ну, когда нервничаю, когда много работы. А сейчас я не жую. У меня просто стоит этот бальзам. Но, следующий ролик. Если вы весите 120 килограмм, я вам не обещаю, что вы будете весить 60. Это только один из инструментов, который поможет вам. И мне кажется, он будет очень актуален именно к вашему новогоднему столу. Точно. Вы знаете, я думаю, что в следующей ассамблее сделать для вас бальзам, ну я не знаю, способствующий быстрому изучению иностранных языков, я, наверное, не успею. Но сделать для вас фантастические продукты я просто гарантирую. Я хочу вам сказать спасибо за то, что вы преданы красоте и прекрасному. И хочу пожелать вам здоровья, счастья, любви и, конечно, успехов вместе с компанией «Фаберлик». Спасибо. Декоративная косметика и